После проведенной недавно реконструкции во взрослой поликлинике города Видное качество приема узкопрофильных специалистов вышло на новый уровень, в том числе благодаря современному оборудованию и условиям труда. Офтальмолог Ирина Крестьянинова рекомендует проходить профилактический осмотр ежегодно. После 40 лет пациенты посещают офтальмолога, ну, мы рекомендуем посещать офтальмолога раз в год. При каких-то воспалительных заболеваниях, при резком снижении остроты зрения пациенты обращаются сразу же к нам на прием. Многие пациенты обращаются к врачу, когда болезнь уже запущена. Как известно, развитие заболевания легче предотвратить, если оно выявлено на ранней стадии. Глаукома – очень коварная болезнь. Люди не замечают, что у них повышенное внутриглазное давление, но, тем не менее, зрение у них ухудшается. Сначала, может быть, незначительно, и сужаются поля зрения. Они не замечают этого, но когда приходят, например, уже с жалобами на низкое зрение, мы меряем давление, смотрим глазное дно, там есть уже необратимые изменения на зрительном нерве. У жительницы Ленинского округа Екатерины Бейзак возникли проблемы со зрением, и она обратилась в кабинет неотложной помощи. Теперь ей назначено амбулаторное лечение и наблюдение врача-офтальмолога. Рези в глазах очень резкие были после линзы, когда я сняла, и мне к вечеру стало так, что я не могла даже на свет смотреть. И приехала сюда, как бы сестра мне помогла, и врач мне оказал вот первую помощь. В офтальмологическом кабинете есть специальная темная комната. В ней можно провести исследование глазного дна и структуры глаза. Также она необходима для мониторинга состояния пациентов, восстанавливающихся после инсульта. Если лечение амбулаторно мы не можем оказать, мы либо направляем в офтальмологическое отделение Видновской районной клинической больницы, мы можем направить пациента в Моники и в другие федеральные центры. Но самый главный совет от врача – подходить ответственно к вопросам своего здоровья и систематически проходить профилактические осмотры. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.